Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов, обратилась к согражданам с призывом прийти на предстоящие выборы и при необходимости затем защищать свой выбор на Майдане. Савченко на своей странице Facebook отметила важность каждого голоса на выборах главы государства 31 марта и призвала украинцев не отдавать голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти. «Защитите свой голос, как придется, и на Майдане, и на Вече в народном восстании. На все это народ имеет право, если собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации», написала она в соцсети. Кроме того, она высказалась об обещании действующего украинского президента Петра Порошенко после выборов вернуть Крым, назвав его заявление бессмысленным. Савченко допустила, что в стремлении оставаться у власти глава украинского государства потерял остатки здравого смысла. Ранее Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения Крыма сразу же после президентских выборов. Напомним, первый тур выборов президента Украины намечен на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным соцопросов, лидерство сохраняет шоумен Владимир Зеленский, рейтинг которого впервые превысил 30%.